Всем привет! В нашем каталоге новое поступление. Смотрите, какая интересная сетка неопрен к нам приехала. Эта сетка применяется в производстве медицинского оборудования, например, медицинских кресел для инвалидов, а также протезов. И часто можно еще и увидеть ее в производстве спортивного инвентаря или элементов защиты, в шлемах, на локотнике, на коленнике, также перчатки. Могут использовать еще и спортивную обувь. Сейчас мы развернем каждую и посмотрим, как она выглядит. А также из технических тканей к нам приехала вот такая долгожданная нетканная подкладка камбрель. Смотрите дальше, я расскажу, для чего же она используется. Вот такая красивая сетка со слоем неопрена, довольно прочная, совершенно не тянется ни в одном направлении. И хорошо держит форму. Посмотрите, какие крупные складки. Также отлично будет поглощать удары, если вы собираетесь использовать ее как раз в элементах защиты для спортивной одежды. И вот она, наша долгожданная нетканная подкладка, которую так часто спрашивают в магазине на Кульмана 11 в мебельных тканях. Знаете, для чего она применяется? Напишите, пожалуйста, в комментарии, если вы сами уже знаете и искали ее давно. Это подкладочный материал для отделки внутренней стороны изделия, например, в чемоданах, также в стульях, креслах или диване. Это именно то, что находится у вас под сиденьем и за диваном. Отличная, она очень прочная, совершенно не рвется, хорошо будет держать форму, довольно износостойкая. Так что, если вы давно искали такой материал, приходите в наш магазин на Кульман 11 в ТЦ Перши, а также в Галилео, нулевой этаж.